Новое помещение детской стоматологической поликлиники, что называется, радует глаз. И дело тут не только в свежем ремонте. На стенах известные персонажи из мультфильмов, в зале ожидания большой телевизор. Все сделано для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя максимально комфортно. Мы поменяли не только здание. Наши врачи работают согласно последним протоколам лечения, используя последние фотополимерные пломбы. Все прошли подготовку, переподготовку. Мы очень надеемся, что принесем пользу деткам Республики Дагестан и поднимем уровень оказания детской стоматологической помощи. Детская стоматология принимает пациентов до 18 лет. Здесь бесплатно оказывают услуги терапевта, ортодонта и хирурга. На прием можно записаться как через сайт госуслуг, так и в самой поликлинике. С собой иметь свидетельство о рождении, полис и СНИЛС ребенка. Я очень часто прихожу в эту поликлинику. Здесь очень хорошие врачи. И очень хорошо смотрят за детьми. Все мои дети сюда ходили. И как вот результат? Очень хорошие. Мои дети довольные. Поздравить жителей республики с открытием новой больницы пришли как чиновники, так и главврачи других клиник. Они осмотрели медкабинеты, новое оборудование, поговорили с персоналом и маленькими пациентами. Посмотрев, пообщавшись и с коллективом врачей, и даже с маленькими пациентами, я даже вот он спросил, боитесь ли вы? Нет, чего тут бояться. И на самом деле здесь стоматология, конечно, как и в медицине, она все-таки развивается. И здесь уже вижу, на самом деле, никакого страха у детей. Здесь прям комфортные, хорошие. Вы знаете, более 40 с лишним лет детская республиканская поликлиника располагалась в крайне стесненных условиях. И сейчас то, что мы видим, это и расширение площадей, это и комфортность пребывания. И это тоже немаловажно. И, конечно же, качество оказания медицинской помощи. Если качество оказания зависит от медицинского персонала, который там работает, то, а здесь он высокопрофессиональный, то комфортность пребывания – это важна и для мамы, и для детей, которые приходят сюда. И сегодня мы в этом убедились. Новая детская стоматологическая поликлиника теперь расположена рядом с троллейбусным кольцом по адресу проспекта Акушинского, 8. На территории клиники есть парковочные места и площадка для прогулок с детьми. Лечебное учреждение работает с 8 утра до 7 вечера. Хамз Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.